На конкурс дети читают стихи. Семья Кузьминых, город Краснодар. Ангелина 10 лет, Николай 8 лет, Алексей 6 лет, Маргарита 3 года. Отрывок из стихотворения Самуила Маршака «Кошкин дом». Ты с ума сошла, коза, бьешь десяткую туза. Замолчи ты, бестолковый, бьешь десяткую бубновый, бубный козырь у нас. Бубны были в прошлый раз, а теперь наш козырь крестик. Пропади с ними вместе, надоела мне игра, да и спать давно пора. Нынче за день я устала. Нет, начнем игру сначала, кто останется из нас в дураках на этот раз. И без карты это знаю. Ты почишь, забодаю. Борода твоя долга, да не будет дорога. У меня длиннее вдвое. Живо справимся с тобой. Ты уж лучше не шути. Эх, а зайчика, впусти. Это на его подвой. И два мимо волтун. Долго ждать у меня не смоги. Он тебе не пикнет. Добрый вечер, я вам рада. Но чего от нас вам надо? На двое идут и снег, и в пустыню клюнул снег. Нет кровати в нашем доме. Можно? Спать на соломе. Или это на сука. Вы спасите у козла. Мой козел хоть и без роги, но хозяин очень строгий. Что ты скажешь нам, сосед? Говорит, да. Говорим, что места нет. Я казачка сказала, что у нас тут места мало. Не могу я спать в ней, у нее рога длиннее. Шутит, видно, бородатый. Да, у нас здесь тесновато. Постучитесь вы к свинье. Место есть в ее жилье. А как тяжко обидеть голос. До свидания, псин! Будь здорова.